Восьмиэтажную гостиницу в центре столицы ввели в эксплуатацию. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. Пресс-служба стройкомплекса столицы сообщает, что в центре Москвы в эксплуатацию ввели восьмиэтажную гостиницу с подземным паркингом. Здание площадью 10,5 тысяч квадратных метров находится на улице Земляной вал, дом 70 в районе Таганский. Гостиница возведена за счет инвестора. Ранее отмечалось, что она должна восстановить разрушенный исторический фронт застройки со стороны Садового кольца. В гостинице 154 номера. Сервисные службы, ресторан, лобби, кафе и конференц-зал расположатся на первых двух этажах. Подземная парковка рассчитана на 31 автомобиль, рассказал председатель Мосгостройнадзора Олег Антосенко. По поручению мэра Сергея Собянина Мосгостройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. Здание проверили специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Пока это все. На сайте mymsk.online вы сможете найти еще больше новостей из жизни столицы и не только. Всего доброго!